Привет, мальчишки и девчонки. Думаю, что мне тут самому ехать в лесу, скучно. А вы, наверное, там сидите во всяким Бали и Таиландом. Ну, кто-то в Киеве дома. В общем, мало кого я вижу тут в лесу, поэтому приглашаю вас проехать со мной по лесу. Подышать этим свежим воздухом. Эта штука, вот этот вот лес, он находится совсем недалеко. Вот сейчас приближается трамвай. Это между площадью Шевченко и Пущей Водицей. Как он называется? Я даже не знаю. Но здесь очень классно. Сейчас в осенний период неимоверная красота. Вон людишки. Торчат. Но посмотрите, на чем я еду. Это не горный велосипед. Тут колесико по 15 дюймов. Ну такой детско-взрослый велик. Вот очень сложно им туда управлять. Ну, все-таки посмотрите вокруг. Какая красотень. Вдохните полными легкими этот воздух. Балдеж. Классно тут. В общем, если не лень, берите, да, и едьте сюда гулять. Еще, ну, по дороге мне встречалось несколько человек. Грибников, то есть, соответственно, тут еще грибов, наверное, тьма тьмущая. А также встретил ритуальников, ну, МЧСников с миноискателем и с лопатой. Трех человек. Видимо, не только грибы здесь есть в этом лесу, а и различного рода взрывчатые вещества. Может, мина, может, схроны ищут, тайники с оружием. Или с гранатами. Ой-ой-ой-ой-ой, не хочу я упасть. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, не горный лесопед. Стрёмненько. Очень. Так, я хоть задний давлю. Ну, среди этой красоты, я скажу, иногда замечается и человеческий мусор. Бутылки всякие. Вон их до хрена слева. Как так можно? Вообще не понимаю. Ай-яй-яй. Вон трамвайчик. Прям вот-вот-вот напротив меня. В общем, красиво здесь, еще раз повторюсь, безлюдно практически, и очень приятно пахнет. Это видео можно крутить в разные стороны, то есть смотреть не только в одну сторону, какую вам там получилось при открытии, а при помощи смартфона, гироскопа смартфона, либо пальчиком по экранчику можете поводить и покрутить это видео в разные стороны. Если вы на компьютере, за компьютером, то просто мышкой кликайте и двигайте ее по экрану. Клевенько тут. Ай-я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 й. Велосипед у меня без амортизаторов, что
сказывается на моей заднице. Короче, теперь без вас поеду домой. Пока.